Всем привет! Едем мы тут забирать еще один Мерседес 124. Но это не нам, на ремонт. Потом на нем будет мотор интересный стоять. Сейчас он пока без мотора, но Андрюшка покажет потом обзорчик. Утащим его ко мне домой пока. Сейчас заберем его, такая улица набережная у нас. Речка покажет. Перерыли опять водяники. Сейчас утащим его. Шаг бряк. Где он вырастал? Таурия. Таурия, ну. Где сам хозяин? Уроже. Поле он там работает. Там было круто. Это так приколист. Ну сейчас выгоним на улицу, там покажем. Не снимаем. Это лучше по кузову, чем наш? Этот лучше намного. Практически не варен. Не требует сразу ремонта. Зачищать, мазать. Ну, а попёрто, блин. Центр. Надо было вон низом уйти и все. Там грязь. Второй тянут. Сейчас третий. Любовь, тормоза-то это. Там гора крутая, мы бы не переехали, не успели. Тут поположим. Таковые. Вакуума нет. Двигателя нету. Гудеть нечем. Ртом. Да. Видишь, дым идет. Ржавые. Коробка будет. Ну а что, стоит? Тут хоть все на месте, его все эти на месте. Фары ствол сюда, да? Давай под горку разгонись. Тебе тормозить будет. 40 едем. Спидометр твой работает? Да,
все равно не добиваю. Что-то гудит, тормоза. От тормоза. Тормоза придавливаются. Нет коробки. А там у меня подшипники все развалилось. На том? Да. Задний. Ну, балка отпала. Вот и вы стали марсоводом. Деваться теперь некуда нахуй. Здесь подтормозить, а потом уже не надо. Что надо замыкать? Вот и горка плавная пригодилась. Притащили. Это был сперва одного знакомого моего, потом у другого. Короче, что-то он это. Может, сейчас хозяин обретет. И как он это. Ну, конечно, рыжик полно на нем. Но относительно. Какой там другой есть Марс. Ну его, в принципе, видели, дизельный 3-литровый. Короче, он развалился, который мы в Черепаново смотрели. Вот сейчас этот мотор будем сюда переставляться будет. 3-литровый дизель. Здесь по документам этот бензиновый. 2,3. Будет дизельный. Здесь закрывай. Такой салон чего там. Конечно, подраздербанен немного салон. Поломали вон эти ручку тут на это. Под капот. Что интересно, на него 14 диски не одевают. Хотели одеть диски такие вот, как сзади краба. На переде тоже есть еще два диска. Короче, надели. На 124 не подходит. Дорожку делаем. Вот так вот под капотом весь. В принципе, относительно он и не гнилой. Было мордовник, конечно, битое. Телевизор маленько поврежден. По сути, заменить на нем телевизор вообще будет идеально. Это же газулька со 2-го, с гаишника. Ну, коробка на месте здесь 4 ступка ворон. Аккумулятор какой-то вот стоит, смотри. Встает. А? Встает. Интересно, живой он, нет? Надо его попробовать зарядить. Эти на месте стоят краны, видишь. Жили, вода есть. Нет, что-то есть. Вот. Убирай руки, Егорка. Капот, конечно, поменял. Но он его правильно загнутый был. Куда-то заезжали, литр или нет. Аккуратно. Без люка. Ну, говорю, относительно и целый даже. Есть, конечно, гнилушки, но по крайней мере балка все на месте задняя. У того балка выпала задняя. Сгнил он весь. Вот этот будет сейчас в 2-1 собираться. Ну, если что будет про этот Мерседес, покажем еще. А на этом, как говорится, всем спасибо за внимание и до свидания.